Что случилось? Да меня заминировали, ёпта. Если палка разомкнется, я взлечу на воздух. А кто вас заминировал? Ну какая разница, ёпта. Плохие люди. Надо что сделать? Чё, дернуть меня нахуй отсюда, ёпта. На квадроцикле, что ли? Да похуй, ёпта, лишь бы я от бомбы ушел. Вас дернуть или тапок? Дерни тапок, нахуй. Подожди. А он да. Не взорвется, если его дернуть? Че, логика? Вот этот тапок, дергай нахуй его туда куда-нибудь. Так а ты взлетишь. Я могу, знаете, что сделать? Привязать квадроцикл тапок. Ну. И квадроциклом дернуть. Давай дергай, я не знаю, ты не пострадаешь? Надеюсь, нет. Блять. Давай дергай. Ну и хуйня. Может? Yes. Давайте ногой попробую резко пнуть его. Да, ага, пнешь, ты взлетишь. Не, нет, я прям сейчас резко налево его пну. Ну давай действуй, я не знаю. Так, заминирован, да, говорите? Ну, а ты думаешь, я шучу, что ли, сижу здесь от них уделать? Блять, страшно. Стой, хуйней ты занимаешься. Конечно, страшно, он взлетит на воздух. Знаешь, что сделать? Да. Иди сюда. Вот сюда, прыгай. Ага. Вот сюда прыгай. А потом что? Бери палку нахуй и туда его нахуй в него кидай. А вы без тапка останетесь? Да ебать его, урод, я здесь живу нахуй и лишь бы жив остался. Вот у вас под жопой палка есть, давайте ее возьму. Лишь бы жив остался. Давай, и хуяри его нахуй туда в него нахуй резко. Короче, тапок заминирован, вот этот. Да, если я разомкну нахуй, пизда. Пиздец, вот тварь, кто такой сотворил вообще? Давай, стой, подожди. Раз, два, смотри, в ветки не попади. Не, я туда вниз его закину. Три, давай. О, блядь! А! Фальшивка, ебаная. Наебали. Сука, меня уже третий раз пытаются убить, ебаный урод. Да я вот здесь в вагончике живу, ёпта. Вас заказали? Конечно, ёпта. Вы служивый, да, наверное, бывший? Да какой нахуй служивый, ёпта? Аккуратно. Сейчас посмотрю, где тапок. Охуеть, блядь. Пидорасы, блядь. Тварь ебаная. Нате вам второй подарок, ебаный. У меня другие есть. Есть у тебя сигареты? Не курю, к сожалению. Бля, я уже 4 часа здесь просидел. Еще никто не помогал? Да кто, всем похуй, все проехали нахуй, да и нахуй, ёпта. Кому я нахуй нужен, ёпта? Пидорасы вообще. Пиздец, да на меня уже 4 покушения было, ёпта. А кто вы по статусу, что на вас есть не секрет? Давай не будем. Ладно. Хорошо, между нами. Да. Вор в законе. Я так и понял сразу, по-моему. У меня отец вор в законе, и я вор в законе. А как вас звали? Дмитрий. А по воровскому? По воровскому я не принимаю клички. Понял. У меня есть имя. Понял. Есть сигарета? Не курю, к сожалению. Сука, жалко. Да. Фу, ладно, я поехал. До дома-то осталось, блядь, 200 метров, ёпта. Ну, ничего сука, страшного. Сука, надо было растяжку поставить. Так меня напугать, ёпта. Да мне похуй. Давай, ладно, брат. Мне вас руки грязные. Да, я поехал. Давай, ладно, спасибо. Ты единственный, кто остановился, ёпта. Ну, блин, люди какие-то неравнодушные пошли. Равнодушные, точнее. Как тебя зовут? Меня зовут Егор. Егор? А где живешь? А, я далеко живу. Ладно, Егор, смотри, вот там 2 вагончика стоят. Да. Видел? Да. Давай, не дай бог не заедешь в гости. Я просто здесь, видите, тоже сам заездом. Обязательно заехал. Здоровья вам, удачи, всего хорошего. Спасибо, вы Егор. Вы там держитесь. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебом и грейпфрутовый сок.